Пришел на службу в МВД молоденький парнишка. Он выбрал путь такой себе, читая много книжек. Сбылась его мечта о том, чтобы добро творить. По зову сердца он хотел преступников ловить. Работая в полиции, он многое успел. Кто не в ладу с законом был, в тюрьму надолго сел. Коллеги восхищались им, мог просто подмигнуть, но в трудную минуту взять руку протянуть. А дома ждал надежный тыл, семья, жена, сынишка. Любил он папку своего, хорошим рос мальчишкой. По выходным кино и цирк, качели, карусели, а вечерами под гитару все вместе песни пели. Но зазвонил набат 02, тревога поступила. Простых людей средь бела дня опять беда накрыла. В составе опергруппы был наш герой бесстрашный. Спасая жизнь другому, он пал в бою отважно. И небо словно плакало, шел дождик небольшой, и капли звонко падали на орден золотой. Держались крепко за руки вдова и сын родной. Сотрудник с долгом справился, но не пришел домой.